Ессентуки, тульский пряник, башкирский мед, хохлома. Теперь в списке уникальных товаров России есть и чувашская вышивка. Фирма художественных промыслов «Пахотерия» обратилась с заявлением в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Роспатент уже зарегистрировал обозначение «чувашская вышивка» как место происхождения товара. Теперь изделием, выполненным в соответствии с традициями, предоставляется исключительное право на такое наименование. Напомним, что вышивание – одно из наиболее старинных и традиционных видов народного декоративного искусства. Чувашская вышивка имеет свои особенности. Различные орнаменты можно читать как книгу, в каждом заложен свой смысл.